According to the Ministry of Social Policy of Ukraine, over 1,700,000 people have lost their homes and have been internally displaced because of the conflict in the east of Ukraine and the annexation of Crimea. Fakhri has moved from Crimea to Dnipropetrovsk with his wife and their four children. Oksana has opened a business producing bags in Vinnytsia, together with two other girls from Donetsk. Denis had to move from Donetsk to Odessa. В Донецьке было все нормально реализовано, были свои производственные мощности и территории, все. Все это осталось в Донецке. Сюда ничего не переехало. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. А грибы куда поставить? Требование жизни было такое, что нужно было уже оттуда уезжать. Война. И оставаться было там небезопасно. Когда эти события начались, мы переехали. Когда переезжали, вот как вы знаете, как во мглу так, чтобы какие-то там перспективы были, какие-то там планы, вообще никаких планов. Вот просто взяли чемоданы и уехали. Да, мне килограмма два лука еще положить. А когда уже сюда переехали, ну я где-то год, наверное, не мог найти работу. Мы так жили, как на детские, так скажем. Это было 3 марта. 27 февраля они вошли в Крым, а 3 марта мы оттуда уже уехали. То есть я и дети. I think we have to start and remind ourselves what these people went through. They went through extreme hardship, extremely difficult times. They literally lost overnight their homes, their jobs, got separated from family members. Denis, Fakhri and Oksana with her friends are just a few of the several thousand conflict-affected people who have received support from the International Organization for Migration and its non-governmental partners to launch a business. MOM, на самом деле, вот предоставляет эти условия для грантов, и хорошо, что ну, то есть это все разнопланово, независимо от пожеланий, то есть хочу ли я там шить сумки, либо продавать одежду. Да. Уверенность себе придает такие помощи, кроме финансового вопроса, то есть это моральный фактор довольно серьезный, что ты не один на один с проблемами со своими. И это очень важно, особенно людям, которые начинают все с нуля. Решил заняться кафешкой. Прошли обучение, составили план, бизнес-план. Ну что, вот мы и пришли с вами к главному нашему вопросу. Это бюджет. Аренда, связь, телефон, представительские – это то, что мы с вами обсуждали. Все расходы, которые встречаются на вашем пути, вы должны будете внести в этот бюджет. Мы даем мотивацию определенной людям, что жизнь на этом не заканчивается, что потеряв что-то, да, мы находим что-то другое. То есть мы посчитаем наши расходы и наши доходы. После этого мы будем все уже вместе презентовать и будем находить те какие-то подводные камни, которые могут с нам встретиться. Из разговора с тренером мне говорили, что они очень сомневались, они очень боялись, они никогда не работали на себя, то есть это было для них очень сложным выбором. Но тем не менее, как мы видим уже по результатам сегодня, люди открылись, я считаю, достаточно успешно. Гора с собой ассоциирует ну, какой-то подъем, то есть все выше. Ну вот, наверное, поэтому Айудах. The cafe has been working for over a year, and their eastern cuisine has become famous in Dnipropetrovsk. А еще штук пять там будет. Пять чебуреков и
Налаживаются потихоньку. Есть постоянные клиенты, которым нравится, которые целенаправленно приезжают, чтобы действительно надо там что-нибудь такое покушать вкусное. Сейчас по мере возможности стараемся его как-то развить, расширить. Не знаю, правда, как это все получится. Будущее покажет. The girls were among the first IDPs to receive IOM grants in Vinnytsia. С девчонками мы после работы сидели, пили чай и такие, вот классно было бы. Ну и как бы прикинули так, ну стартовый капитал. Ну и все это вот как раз, наверное, в тот момент и ну просто на уровне мечты какой-то. И остановилась, когда уже переехали сюда, я переехала сюда, в Винницу. Мне предложили купить цех, ну не цех, а 3 машинки. Я позвонила девчонкам, говорю, девчонки, есть такая возможность, давайте. Это то, о чем мы мечтали, то, что хотели. Мы чувствуем легкость ежедневного процесса, который мы делаем, да, то есть нам нравится наше дело, да, независимо от того, во сколько мы пришли на работу и во сколько мы ушли, либо мы вообще отсюда не уходили, у нас есть такое ощущение эйфории. Нам очень кайфово, мы получаем кучу эмоций от людей, которые нам звонят и говорят, мне очень нравится, я хочу еще, или там, мне очень нравится, большое спасибо. Можно сказать, как бы нашли себя. Никто до этого никогда не, ну, не думал об этом, например, ну, стать частным предпринимателем. А получается, грантовская программа, ты защищаешь бизнес-план, тебе дают оборудование, и ну, это некое такое твое развитие, да? Что ты не просто там сидишь у себя дома, что-то творишь и выходишь на ярмарки и продаешь, да, хендмейд. Это уже подстегивает тебя развиваться. Хотим расшириться, брать на работу сотрудников, да, увеличить помещение, увеличить количество оборудования, увеличить количество заказов. Мы пропорционально растем, становимся хорошим добротным заводом. Наша марка узнаваема просто по слову Wellbox, и мир наш. Давай. И пам! Спочатку треба було дійсно розкрити їх внутрішній потенціал, дати їм сили для того, щоб вони повірили в себе і почали планувати своє майбутнє. Ми бачимо великий запит. Ми бачимо, що люди, які були, можливо, трошки скептичні щодо можливості участі у такої програми, можливості щось отримання, після першої хвилі отримання нашими бенефіціарами обладнання, пішли нові запити, тобто запити на участь у програмі. Over the first year of the program, from the end of 2014 to the spring of 2016, over 4,500 people received training. Among them, over 1,800 IDPs received self-employment grants. 370 people were supported to kickstart their micro-enterprises. IOM also funded vocational training for 300 beneficiaries. Доброе утро. Вставляем мешки, бери с собой сетки и пойдем соберем грибы. Работа есть всегда. И она начинаться может с 4 часов утра и заканчивается, потому что если ты вывозишь грибы, то их нужно собрать к началу торговли. Торговля начинается с 6-7 утра и поехали. Нужно использовать любую возможность, любой шанс, который тебе предоставляют. Идти смело и напролом, и все будет нормально. Денис is harvesting his mushrooms and waiting for visitors from IOM. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, рад видеть. The International Organization for Migration, together with its local non-governmental partners, follows the development of the businesses it helped to emerge. По грибному бизнесу я планирую найти более большие помещения для того, чтобы увеличить объем. Ну, новые помещения хочется уже автоматизировать, меряем внутреннюю температуру блока и контролируем. Потом они разделяются на грибы, и вот эти грибы становятся потом вот такими. Со временем они светлые все. Да. Дать людям не рыбу, а удочку. Да, это именно история про этот проект.
IOM was able to support self-employment and micro-entrepreneurship among internally displaced persons and IDP hosting communities, thanks to funding from the European Union and the governments of Canada, Norway, Japan, and the United Kingdom. The lack of employment opportunities remains relevant for many Ukrainians, but for conflict-affected people, it is an especially acute problem. According to the Donbas Communities Needs Assessment, conducted by IOM at the end of 2015, over 60% of both IDPs and locals need support with employment.